Привет. Ну как? Привет. Мы тут ничего не придумывали, и на задумку у нас нет ни BBC-шных сценаристов, ни их денег. Это реакция человека на то, что он увидел после этого. Вот так делают российские умельцы. Левша бы в могиле перевернулся. Да и у меня первоначально эмоций просто не было. Приклеить драп на торпеду. До этого мог додуматься только очень оригинальный человек. Я бы сказал по-другому, но дети смотрят. Результат работы студии Флока и винила Феникс вы увидите позднее. А пока вот такой чудо-мобиль с оригинальным стайлингом, в котором с трудом узнается Kia Spectra. Тут надо понимать, что это только винил. И это превращение по сути ничего не стоило, если сравнивать цену обвесов и аэрографии. Но мало экстерьера, есть и интерьер. Данный интерьер внутри салона как бы не очень нравился, и решили сделать флок, нанести. Также сделаны были подиумы и обшиты карпетом. Флок, материал понравился? Как бы флок, да, очень хороший материал. Как бы если испачкается, можно протереть и пропылесосить. А где флок делал? Флок делал в студии Флока и винила Феникс. Легкое замешательство вполне объяснимо. Каждый проект – это оригинальный подход. И это индивидуальность каждого хозяина. Потому что одинаково шикарно должны выглядеть только Феррари и Астон Мартин с Бугатти. Там понятно сразу – едет денежный мешок. Остальные автомобили – это одинаковая скромность. И пусть слова эти не корежат владельцев Мерсов, Бумеров и Кукрузеров. Все, что продается в наших салонах – это обыкновенный ширпотреб. Но из него можно сделать оригинальный и лично ваш автомобиль. Подушки выскочили, там машина деформировалась так, что бывшее такое ровное и красивое покрытие стало поцарапанным. Царапины не уберешь, даже если пленкой заделаешь. Флоком заделаем? Флок полностью покрывает поверхность, то есть он повторяет поверхность, но если по пленке видно, швы, все это будет видно, то перед флоком можно это все обработать, чтобы этого не было видно. Тогда получается ровная, гладкая поверхность. Если не секрет, вы делали машину 20-летнюю, вот мою машину, да? Пришлось там попотеть. То есть, понятное дело, что материал уже настолько сильно высох, что его поверх восстановить сложно. Но можно? Да, конечно, но мы убирали полностью то старое покрытие, потому что со временем, если бы мы нанесли флок, оно бы стало трескаться, и флок бы начал отходить вместе с этим покрытием. Поэтому нам пришлось его удалить и заново практически восстановить панель, нанести покрытие. Теперь оно может еще лет 20 прослужить. А людей беспокоит, допустим, можно ли подобрать различные цвета, чтобы было похоже? Я понимаю, что ваша фантазия может из конфетку сделать. Вот. Ну так, чтобы не сильно бросалось в глаза, но было красиво, стильно и благородно. Да, конечно, можно любые цвета сделать. То есть это и яркая палитра, и какие-то спокойные оттенки, и черно-серые, и бежевые. Можно сделать. Вы помните, да? Вот так по-живому мы сдирали, не кожу, а бинты с больного Мегана. Теперь Меган – породистая тачка, пусть и без подушек. Которые, кстати, хоть и панацея, но часто хлопают без дела. Теперь Меган – это серьезный денди в серых тонах. Он качественно изменился, и меня к нему потянуло. Хотя я и недолюбливаю французов. Кстати, цена данного вопроса всего 8 500 рублей. Вся торпеда, бубука и разбор с ремонтом оторванного пластика. Прекрасно, я говорю, слов нет, одни бубы.